Здравствуйте! Этот ролик записан специально для сайта repetit.ru. Меня зовут Валерия Николаевна. Я учитель английского языка. Я работаю учителем вот уже 20 лет. С 20 лет. Я работала и в детских садах, и в школе, и на курсах. Была методистом. Обучала как маленьких, так и взрослых. В основном обучаю, помогаю школьникам, готовлю КГ, к ЕГЭ. Я закончила РГПУ имени Герцена. По специальности учителя английского языка на отделении филология. В данный момент я обучаю свою 5-летнюю дочь английскому языку и веду дистанционное обучение в школе. Я дистанционно никогда не работала, но сложная ситуация, как и многих, вынудила меня перейти на другой формат обучения, перейти на обучающие платформы. Не могу сказать, что я за такой процесс, но определенно он был полезен, его можно в дальнейшем использовать как дополнение к традиционным методикам. Все очень быстро меняется, и нам нужно уметь учиться приспосабливаться к данной реальности. В своей работе я стараюсь учитывать все потребности учащихся, чтобы настроиться на продуктивную работу и выйти на положительный результат. Мне очень нравится, когда я вижу отдачу в своих учениках, мне очень нравится, когда им нравится мой предмет. И это дает мне стимул развиваться дальше самой. Спасибо.